Я упала. Поднимаю голову, смотрю, что у меня просто там вырван клок моего тела. Ужасно. Боль адская. Прохожие в панике, даже забыли, 02, говорит, надо звонить. Забыли даже, потому что я орала, и боль адская. В настоящее время заявление о возмещении вреда здоровью находится на рассмотрении. В указанных ситуациях граждане могут обращаться с заявлениями в органы прокуратуры. Я подхожу, уже почти берусь за дверь. И тут происходит, ах, я просто падаю, но, слава богу, не коленями. То есть я понимаю, все нормальные люди понимают, что на колени не падают. Я падаю на бок, и левой ногой вот в этом районе где-то штырь был, где-то вот тут, наверное. И железная такая, ну, чтобы ноги обтирать с такими острыми. И я так понимаю, что я на ней подскользнулась. Металлический штырь пробил ногу в районе колена. 15 минут Светлана пролежала на холодной земле в ожидании скорой. Это падение обернулось для нее 3 неделями больничного. Впрочем, и сейчас ей трудно передвигаться. Быстро ходить точно не могу, это совсем никак. Вот дорогу перейти на светофор – это для меня вообще проблема. Я прям начинаю нервничать при начале дороги. Когда только он начинает загораться, я сразу же нервничаю, потому что я боюсь, что я на полпути не успею добежать, когда кончится зеленый светофор. Рваная рана в области левого коленного сустава. В травматологическом журнале врачи скорой помощи также указали место падения и условия, которые это падение могли спровоцировать – гололед. Такая травма относится к разряду бытовых, но ее последствия могут быть очень серьезными. Ничего не сломано, ничего не смещено. Вот, а то, что отек здесь, ну понятно, что тут раззаживает, оно по сути пока заживает, отечность держится. Как долго будет заживать, врачи сказать не берутся, а вот у юристов определенности больше. Всего есть хозяин, либо лицо, которое отвечает за эксплуатацию. Ну, если в добровольном порядке лицо откажется возместить ущерб, то, соответственно, с исковым заявлением обратиться в суд. Она, скорее всего, обратилась за лечением в какое-то медицинское учреждение, выписка из карточки этого медицинского учреждения, все чеки, которые она затратила на лекарства, на сопутствующие, там, я не знаю, гипс, перевязки и так далее, это все подлежит возмещению. По словам девушки, буквально через пару дней после ее случая наледь на крыльце убрали, а кусок металла срезали. Светлана решила урегулировать конфликт в досудебном порядке и написала претензию собственнику здания, Почте России. Там пока изучают документы. В настоящее время заявление о возмещении вреда здоровью находится на рассмотрении. Таким образом, только после изучения всех обстоятельств произошедшего будет принято решение о возможности и порядке возмещения морального вреда. Кроме заявления, она больше ничего в данный момент не предоставила, но в любом случае с ней будут связываться и, то есть, общаться. Если договориться не получится, пострадавшая может обратиться в прокуратуру или сразу в суд. В каждом подобном случае, когда речь идет о причинении вреда здоровью, к делу подключается прокурор. Если гражданину причинен вред жизни и здоровью, то значит, он имеет право обратиться с таким заявлением в прокуратуру соответствующую. И прокурор при наличии оснований соберет все доказательства и обратится в его интересах в суд. То есть в данном случае не важно ни обеспечение материальное гражданина, ни его социальный статус. Главное в этой ситуации то, что причинен вред действительно жизни и здоровью. Прокурор имеет право не только обращаться в суд, но он может вступить в процесс и обязан, то есть суд привлекает прокурора по такой категории дел к участию, в случае, если рассматривается дело о возмещении вреда жизни и здоровью причиненному гражданину. Таких дел в суде все больше. Люди подают иски не только после падения на обледеневших тротуарах, но и внутри помещений, где, к примеру, скользкая плитка. И в большинстве случаев суд принимает сторону пострадавшего, обязывая собственников здания выплачивать компенсацию. Это десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. Последний подобный случай произошел в Тобольске. Там женщина, упавшая у собственного подъезда, взыскала с управляющей компании 50 тысяч рублей. А чем закончится история Тюменки и Светланы Попельцевой, мы обязательно узнаем и расскажем в одной из следующих программ. Сыны выходят.
третий, четвертый раз ты ему представляешься, столько же количества раз ты ему показал уже служебное удостоверение. Я говорю, с машины вы не будем или помочь? Мент, пожалуйста. У меня фехлоустрофобия, смотрите, вот он стоит. Зачем? Для досмотра. Подождите, что вы делаете? Это видео наделало много шума. На одной из улиц Тобольска сотрудника МЧС на личном автомобиле остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. Молодой человек ездил с тонировкой на передних боковых стеклах. А когда полицейские попытались сделать замеры светопропускаемости, ударил по прибору рукой. То, что происходило дальше, сняла на телефон подруга водителя. Почему орете на меня? Я вам громко говорю, чтобы вы услышали. Я слышу, все нормально. Походу вы не слышите. Я слышу. Подойди сюда, Диана. Диана, подойди сюда, снимайте его получше. Он один же не может, только девушки прикрываются. Молодому человеку выписали штраф за тонировку, а затем все участники конфликта отправились в отдел полиции, чтобы оформить документы для передачи их в суд. Ведь водитель не выполнил законные требования инспекторов, и решать его судьбу в таком случае должны служители Фемиды. Сотрудник не представился, я вышел, он не представился, ударил меня. Куда собрался? Поздни прямо. Вот. Сейчас они орут на меня, якобы, типа... Ты куда поехал, я тебе говорю? Прямо ехал? Подожди. Сейчас в прокуратуру едем. Прямо едем? Нет. В прокуратуру. Полицейским вновь пришлось применить силу, чтобы доставить молодого человека в отдел. С подобным поведением водителя и инспектором приходится сталкиваться часто. Вот тот самый экипаж, который был на видео из Тобольска. Андрей Бец и Иван Колодочка работают вместе давно и считаются одними из лучших в спецбатальоне ДПС. На их счету огромное количество задержанных пьяных водителей. А еще такое же огромное число жалоб от тех, кому действия этих инспекторов показались слишком грубыми. Ежели он пишет на сайт ГИБДД либо в ГАИ, то есть значит ГАИ проводит вышестоящим руководством, проводится служебная проверка. Ежели он написал в Следственный комитет, значит, нас вызывает Следственный комитет, при этом все собирают на нас документы. Документы – это те должностные наши регламенты, наши служебные характеристики, которые на нас приготовят руководство, выписки из приказов. Нас везде вызывают. И нас везде будут вызывать. И вы обязаны явиться. Очень даже обязаны. Все эти хождения отвлекают полицейских от их основной работы, которой очень много. Наше управление ГИБДД в городе Тюмени – это 750 тысяч жителей. И более 300 тысяч единиц автотехники выводит на суточное дежурство только 12 экипажей. Сил больше нет. И поэтому помните круглый стол, когда отдельно молодые люди, не вам в пример, насмотревшись этих западных кинофильмов, когда там они все съезжаются, а в центре трепещет нарушитель. Но, во-первых, это кино, а во-вторых, наши силы не безграничны. Председатель общественного совета при УМВД области Александр Петрушин – ярый защитник полицейских. Он уверен, что стражи порядка могли бы действовать еще жестче. Закон о полиции им это позволяет, но пока не используют его в полную силу. И нарушители все чаще перегибают палку. Я вас предупреждаю последний раз. О чем? Я вас прошу. Еще раз будете мешать процессуальным действиям, нарушите. Я вас прошу. Что тебе надо было? Осмотр машины, Сережа. Ноги на середине плеть. Да вы что, у меня нога больная? Да ё-моё. Ребята, да вы что делаете? В случае поступления в следственные органы и обращения граждан проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства происшествия, проверяются доводы лиц, проводится опрос свидетелей, кроме того, изучаются записи видеорегистратора, устанавливается обоснованность применения физической силы в соответствии с федеральным законом о полиции. Сколько жалоб на действия полицейских поступило в Следственный комитет, подсчитать невозможно. Отдельной статистики по ним здесь не ведут. Однако есть другие данные, касающиеся конфликтов между водителями и инспекторами ДПС. За последний год в результате проверок, проведенных по жалобам на инспекторов ДПС, не было возбуждено ни одного уголовного дела. Инспекторы действовали строго в рамках закона о полиции. А вот если бы удалось доказать обратно, им грозило бы до 10 лет лишения свободы. Пока же наказывают только жалобщиков. За оскорбление сотрудника полиции при исполнении можно получить штраф до 40 тысяч рублей, а, например, за драку с полицейским и вовсе попасть за решетку. Пришли и вот говорят, что надо убирать. А зачем убирать? Кто, где правду найдешь? Правду не найдешь.
Никуда деть не знаете, да? А, конечно, не знаю. А куда я, откуда знаю? И я думаю, вот там вот пристой, думаю, вот его надо в первую очередь. Но видите, там не пенсионеры. Здесь гаражи тоже ваш? А? Здесь тоже есть ваш? У меня с той стороны. Ну, как давно они здесь стоят? Раньше кто-то же им разрешил, да, чтобы здесь стоять? Ну, порядка, может, полугода они здесь находятся. Раньше, видимо, застройка была, они стояли в другом месте. Сейчас просто переставили владельцы гаражей и поставили на муниципальную землю. Соответственно, это нарушение. Я гараж продал, и ямку железную была у меня. Они выкопали, увезли. Я говорю, забирайте все. Тут оставить нужно пенсионера вообще без погребов? Не могу я сказать это. Нет, нет. На Барнаульска 62 стоят 10 таких гаражей. Хозяина этого искали, но не нашли. Кстати, теперь по закону это делать вообще не обязательно. Предупреждение оставляют на самом объекте, а если собственник не реагирует, то гаражи вскрывают, имущество описывают, а документы передают в суд. Мы его завариваем обратно, все петли. Поэтому доступа туда не будет, если только обратно его не спиливать. В Тюмени около 1500 бесхозных гаражей. В Калининском округе их 290, в Восточном 196, в Ленинском 450. Самая сложная ситуация в Центральном округе, там их 545. Документы на конструкции ни у кого нет, найти собственника очень трудно. Не всегда удается увидеть хозяина даже в момент срезания замков. На этот раз службам повезло. С повинной вышла хозяйка одного из гаражей. Вот пришли и все говорят убирать. Не знаю я, куда буду делать, честно вам говорю. Машина старая стоит, запчасти к машине и все такое, банки, склянки. Вы меня извините, до свидания. Нет, скажите, ну когда-то же устанавливали, было можно все? Устанавливали, потому что устанавливает нам администрация и сказали, что здесь постоянно будут гаражи. Администрация давала отсрочки, поэтому собственники передвигали гаражи с места на место. Сейчас к ситуации подошли достаточно жестко. Муниципальную землю необходимо освободить. Гаражи мешают благоустройству. К тому же незаконные объекты далеко не безопасны. Что там хранится, никто не знает. Куда деть гараж, собственники придумывают сами. Я говорю, ты перетащил, у меня вот железный гараж, вот за тополями там вот еще стоит с той стороны. Меня никто не беспокоит. Я говорю, место есть, иди поставь там рядом со мной. Если заберут, то ничего страшного. То я его наоборот резаком порежу, пригоню эту газель. И у меня талон, сдам и все. Наказывать собственников представители управы не торопятся, ведь большинство из них пенсионеры. Еще одна головная боль властей – погреба. Они тоже мешают проводить благоустройство дворов. В Калининском округе насчитали 169 подземных хранилищ. Только здесь у дома 117 на Московском тракте расположено 50 незаконных погребов. Установлены они в конце 90-х, а объясняют собственники незаконное присвоение территории тем, что дома мест хранения им недостаточно. Я гараж продал, и ямку железную была у меня. Они выкопали, увезли. Я говорю, забирайте все. Оставить нужно пенсионера вообще без погребов? Не могу я сказать это. Нет, нет. Владельцам погребов 30-дневный срок придется устранить нарушения, иначе за них это сделают муниципальные службы, работы которых придется оплатить собственникам. Так же, как в случае с гаражами. Штраф административного характера, предписание можно выписать за захоронение территории. Это один момент. И второй получается, если документы пошли в суд и уже в суде прошли какие-то мероприятия, то собственник, когда выявляется, не собственник, владелец гаража, он должен будет компенсировать все эти мероприятия. Если вывозить гараж будет управа, то хозяевам придется возместить расходы, сумма может достигать 10 тысяч рублей. Плюс почти столько же за утилизацию. Убрать конструкцию по собственной инициативе выйдет гораздо дешевле. Средняя стоимость транспортировки крупногабаритных объектов Тюмени до 10 тысяч рублей. Но при прощании с гаражом можно подзаработать, продать или сдать на металл. К примеру, тонна стали стоит больше 10 тысяч рублей. Он пришел к нам в 2012 году и сказал, что он купил нашу квартиру. В двери стучали,
окна били. Судебный пристав возбуждает исполнительное производство. Устанавливать должнику срок для добровольного исполнения. Сумма неоплаченного займа составляет 113 298 рублей. В квартире, где они когда-то жили, теперь продуктовый магазин. У помещения на первом этаже поменялся уже не один хозяин. Но Черновы уверены, когда-то отсюда их выселили незаконно. Сколько получается у вас семья? Сколько человек жили в этой квартире? Дочь с двумя детьми, и я с мужем, и сын несовершеннолетний. В общей сложности 6 человек. И 3 маленьких ребенка. Но их все равно выставили на улицу, хотя 2 с лишним года Черновы держали оборону и отказывались покидать свою квартиру. Хорошо, ребенок учился со 2-й смены. Ночь заканчивала, люди начинали ходить. Мы могли немножко поспать. Пока вот это вот все было так, мы ночами мы не спали. Дверь поджигали. Обливали, я вызывала полицию перед Новым годом буквально. Выселить семью пытался новый владелец квартиры. Он купил недвижимость с торгов, проводимых службой судебных приставов. Но почему однушка Черновых вообще оказалась арестована? В этой кипе бумаг, судебных решений, жалоб и обращений, кажется, уже сами хозяева с трудом разберутся. Ведь начало этой истории датируется еще серединой 2000-х, когда ипотеку давали далеко не всем, и единственным вариантом для Черновых стал жилищный кооператив «Наш город строим вместе». Семья заключила договор и внесла несколько взносов. Через полгода они планировали заехать в новостройку. Потом они уже стали спустя 6 месяцев предлагать нам вторичное жилье. А тут еще и цены на квартиры выросли, заявили в кооперативе. В итоге Черновым пришлось брать займ у компании «Наш город строим вместе» 174 тысячи рублей, чтобы купить свою однушку на Газовиков 12. Займ они брали под залог недвижимости, а через год кооператив подал на Черновых в суд. Они через кооператив все приобрели, да, но потом они перестали платить. Я не знаю, это характеристика, нет, но... Когда мы мирно не смогли с ними решить вопрос этот платежей, да, то есть мы им займ предоставили, вот, мы подали в суд. И суд первой инстанции кооператив выиграл. Черновых обязали заплатить не только долг, но и почти 1,5 миллиона рублей за просрочку по членским взносам. Правда, потом в кассационной инстанции решение частично отменили. В итоге на Черновых остался долг в 113 тысяч рублей, которые они так и не вернули, а через некоторое время к семье пришел новый хозяин их квартиры. Халиль Файзулин купил квартиру с торгов. Черновы до сих пор уверены, что стали жертвами преступного сговора, но никаких доказательств этому нет. На основании решения суда выдается исполнительный лист. В исполнительном листе указано взыскать денежные средства с должника путем обращения взыскания на квартиру, которая является предметом залога. Мы нашли в соцсетях и самого покупателя спорной квартиры. Халиль Файзулин отказался общаться с нашей съемочной группой. Однако во время подготовки программы выяснился еще один интересный факт. Сейчас молодой человек проходит обвиняемым по уголовному делу. На скамье подсудимых находится 14 человек, в том числе Файзулин Халиль, который обвиняется органами досудебного производства по делу в совершении мошеннических действий в сфере ипотечного кредитования. Впрочем, к делу Черновых этот судебный процесс не относится. Более того, Файзулин уже вызывали в полицию после заявления Ольги Черновой. Но состава преступления в его действиях по покупке арестованной квартиры не нашли. Мы показали документы Черновых нашему независимому эксперту Ярославу Ильину. И он совершенно четко определил, на каком этапе ситуация вышла из-под контроля. По мнению юриста, решить проблему можно было еще на стадии первых судебных разбирательств. Грамотный юрист или адвокат должен был дать совет людям, что вы, ребята, оплатите 113 298 рублей, а потом, значит, если там есть какие-то пени, санкции, мы их оспорим. Либо оспорьте видите, вот этот договор залога или займа. Если верить документам, ни того, ни другого Черновы не сделали, а приставы лишь выполняли решение суда и выставили квартиру на торги. Долг был погашен, а те деньги, что остались после продажи, вернули Черновым. У спорной квартиры сменился уже не один хозяин. Сейчас Черновы живут у родственников. Они снова наняли адвоката, чтобы доказать, что стали жертвами мошенников.